Анализ наркоситуации в учебных заведениях региона показал, необходимо менять стратегию и тактику профилактической работы. Чтобы понять, как именно, Управление наркоконтроля по Белгородской области сегодня собрало на совещание сотрудников служб безопасности СУЗов и ВУЗов. Особую тревогу вызывает ситуация в среднепрофессиональных учебных заведениях. Из 95 человек, которые в прошлом году были привлечены к административной ответственности за незаконное хранение и употребление наркотиков, 71 – это студенты техникумов и училищ. Чтобы бороться с распространением наркотиков, усилий только полицейских недостаточно. Представители управления наркоконтроля предлагают вовлекать в эту работу студентов-волонтеров в той части, что касается сети интернет. Интернет-пространство стало всеобъемлющим плацдармом для наркобизнеса. Считаем необходимым рекомендовать учебным заведениям организовать активную работу среди студенческой молодежи в целях создания добровольческих движений по поиску запрещенных интернет-ресурсов, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Региональное управление наркоконтроля напоминает, информацию о местах изготовления, реализации и хранения наркотиков можно сообщить по телефону горячей линии ведомства, который вы видите на экране.